Жители 243 домов, 4 школ и 5 детских садов в центре Нижнего Новгорода остались без тепла в батареях и горячей воды в кранах в результате коммунальной аварии. Как сообщили в ресурсной организации, в четверг 29 марта в полдень работы были завершены. На улице Невзоровых отопление обещано восстановить в течение 2-3 часов. По факту аварии на коммунальных сетях прокуратурой города начата проверка. Со вчерашнего дня, с 28 марта, с обеда было отключено отопление, горячей воды не было. Ну, батареи постепенно остывали, к утру, конечно, уже ощущалось понижение температуры в комнатах. Для детей уже температура была некомфортная, для маленьких детей. Детей уже одевали с утра. 15-20, но до сих пор отопление от горячей воды. Они, конечно, я звонила, рапортовали, что якобы авария устранена, что система заполняется, но пока ничего не слышно, не видно, как говорится. Дома стало очень холодно. Дети у меня сегодня ночевали в одежде, под двумя одеялами ночевали в одежде, чтобы не замерзли, а с утра стало очень холодно дома.